Доброе утро, друзья! Всех приветствую 23.02.2020 года. Во-первых, мужиков всех и всех защитников Отечества поздравляем и защитниц с праздником 23 февраля. Желаем вам, чтобы тревоги у вас были только учебные, мирного неба над головой, ну и всего самого лучшего и прекрасного, чего вы себе желаете. Ну, и мы начинаем наш триатлон по путешествию на море. Сегодня решили еще, я так понимаю, что опять... Слушай, доброе утро, сейчас было бы великолепно, если бы ты туда ушел бы, и даже до моря не надо было бы идти. С праздником. И вас также. И вас также. Спасибо большое. Иван Красава уже можно. А что это? Кто это, Иваныч? Женя. А, Евгений. То есть он слушал комментарии, что он тогда пришел, не смог, пошел сам купаться. Вообще прям без комментариев. Слушай, один в море, черное, с разбегу, наверное, на праздник. Вот настоящее, да, мужики, вот так начинают свое утро, 23 февраля. А то вчера мне присылали там всякие видеозаписи, что там разрешено начинать праздновать с 22 февраля там, и так далее. Это уже немножко не то, мне кажется. Напишите в комментариях, как вы думаете. Особенно жены людей военных, которые мужья начинают праздновать 22 февраля. Он же как. А может, он стоит, ждет. Может, не купался. Может, он просто правильно подготовился. С халата совсем. А куда ты идешь? Пошли прям по морю. Ой, по луже. Так, у тебя сегодня праздничный заплыв. Надо было взять какой-нибудь этот флаг. Какой праздник, блин? Отличный праздник. Слушай, его ждут многие весь год. В школе, не помнишь, как было? Ну, я уже все. Я уже все. Отзащищался, в смысле? Не, защитить я защищу, просто. Кто? А, то есть, если мы не успеем, да? А почему без нас? Надо его подождать чуть-чуть. Доброе утро и с праздником. Мы опоздали на 2 минуты. А что ты где? Хорошо, что там... Ну, это он, это круги наматывает тут, получается, по утрам. Доброе утро. Как море? Прям, а, интересно, понимаешь? Я тоже, да нет. Что ты могу сказать? Не сказать, что оно теплое, оно не теплое. Почему не теплое? Как в прошлый раз. Как лучше получилось или нет, чем в прошлый раз? Так, сейчас заходишь, поешь. Хотя градусов вроде не температура воздуха, но вода где-то... Мы сейчас узнаем 100%. Что... Я имею в виду, вот в прошлый раз, допустим, ну, вот ощущения, они как бы первые были от соленой воды, да? Нет, я как бы... Это я просто как бы забросил это дело. Раньше там может быть и лень. Вот. Это первое, с чем надо бороться и что помогает на самом деле. А что ты не делаешь? Вот, согласен. Так, пойдем смотреть. Видите, что самое важное? Не то, что там даже ты... купаешься, а то, что просыпаешься с утра и приходишь к морю, включаешься с вашей стороны там видеосюжет и смотришь, а все остальное там лень мешает. Вот самое главное — бороться именно с ней. Ну что, с легким паром, как водичка? Ты говоришь, что нормально. И отправляется на купание в Турцию. Так, температура воздуха 4,1 показывает сейчас. Так что Евгений у нас бывавший. Значит, тогда он нам классное в прошлый раз настроение создал своими эмоциями. Это самое главное. Так, помимо всего прочего, у меня есть поздравления. Виктория Мартыненко. Юра, 23 февраля у моего мужа юбилей. Передай, пожалуйста, поздравления с берега нашего любимого моря. Пожелай крепкого здоровья, удачи и исполнения мечты. Мужа зовут Игорь. Игорь, я вас поздравляю с юбилеем.
Желаю вам здоровья крепкого, отменного нашего кавказского. Чтобы, во-первых, у вас были мечты, они исполнялись. Почаще слышать шум прибоя, щупать морюшко ногою, обнимать жену рукой, целовать ее губами. Ну, а дальше думайте сами. От души поздравляю, это небольшой экспромт. Ольга Витальевна перевела 200 рублей. Ольгу мы благодарим за донатик. И Татьяна Владимировна Х. 300 рублей на баньку добрый-добрый. Вечер. Заранее поздравляем вас с мужским праздником. Желаем здоровья, успеха, ваших добрых дел, экология, природы и моря. И, конечно, финансового благополучия. Свечку тоже приветик. Татьяна, вас благодарю за поздравления личные, за донатик. В баньку мы тоже обязательно сходим. Не знаю, сегодня, не сегодня. Сегодня у нас в планах центральный пляж. Вчера, так как не получилось из-за дождика, сегодня вот поедем, там поснимаем небольшой флешмоб. Ну, вроде бы все. Теперь будем стоять, мерзнуть и ждать, когда же там Ашот накупается. Накупался. Отлично. Настроение поднял. Сам себе и всем вокруг. И температура водички я как-то плохо замерил на самом деле. Мы попробуем еще. Мне просто показывает 5,9, но это опять, возможно, от Можепсина идет. Идет Ашот, качается, вздыхает на ходу. Вдуть морешка кончается, а сейчас я упаду. Холодно? Ну так, нормально. 6,4 пока показывает. Хочу замерить, давай. Ты решил домерзнуть и Евгения доморозить. Нет, ну там все же говорят, день сурка, день сурка. Вот он и день сурка. День сурка. Уже нас как минимум стало двое почаще. Ашот главный мотиватор. Друзья, если у вас есть желание, приезжайте. Мы все чаще уже соблюдаем график, приезжаем к 8 утра на Можепсин. Будем рады видеть всех новых любителей моря, купания по утрам. Ну, я же говорю, вчера было 7,4, по-моему, если не ошибаюсь, сегодня вот 6,6. Все. Евгений уже утепляется как может. Уже пошли штаны в ход. В какой воде купаюсь? Благодаря тебе. Нет, он сказал, что и до этого купался, просто лень мешает, а ты вот его мотивируешь. Фу. Хочу обратить внимание, пляж чистый, мусор убрали, то есть вот нету скопление, которое было после шторма. Помню, что трактором такое было, намеченные кучки. Все, чистота, порядок, прекрасно. Мусорка есть, лавочка есть. Табличка вот там на дюнах валяется, уже решили. Не, ну что валяется, нормально. Кстати, с камеры хорошо видно. Там купание запрещено. Если вдруг на дюнах решите поплавать, нельзя. Но на самом деле обидно вот за те дюны, которые здесь снесены. Так никто не восстановил. Хотя было бы очень хорошо. Кто вообще туда забросит? Ну что, загорать будем или пойдем? Нужно позагорать, все нормально. Сегодня ветра нету. А? Сегодня водичка прохладнее, чем вчера. 6,6, да. Ну что, никто никаких анекдотов про армию не знает? Ой. Хороших. Прям кто засмеялся, кто, да? Кто в армии служил, тот цирки не смеется. Да. Самый простой. Да, самый простой и лучший анекдот. Фу. Все, воскресенье. Ты автограф оставил, да? Да. Пойди напиши, я здесь. Здесь было что с утра. Это надо было еще подумать, откуда же он пойдет, да? То есть вот если он... Бля, там залило капитально. Так оно, как русла не хватает, чтобы стечь. И еще и больше. Я представляю, как вот сейчас в этих гостиницах в подвалах вода стоит. Вот у меня спрашивают, тебе стало лучше, хуже? Мне ничего, а тебе? Ты понял, что я со Сташей на поколе. Так я и сказал, что мне не лучше, не хуже не стало.
Встал, как всегда, как обычно. Скажи, не болею, и то хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. А у тебя что? Не, есть улучшение. Есть улучшение здоровья. Два раза купался и сразу выздоровел. Мы сейчас все, наверное, купались. Так вот, многие купаются, потому что не болеют, как минимум, да? Коронавирус нам не страшен. Ну да, Китай, это же далеко. Конечно, не страшен. Были поближе, был бы страшен. Наверное. Игорек вчера сбил столку. Ну, приехал с бараном, что? А, видишь, люди уже занимались. Со вчерашнего дня начали отмечать. Барана отъели, вина отпили, проспали. А, позавчера? Вчера. Видишь, он бы вчера пришел бы. Ага. Вот как. Не, ну, Женька... Баран виноват. Ну, помнишь, мы еще шли, говорю, Женька точно искупается. Женька не из тех, что просто приедет. Ну, такое ощущение, как кто-то лодку тут вытаскивает. Ну, ты встаешь утром, а потом... Вроде 4-5 утра встал, потом ходишь, шарахаешься, что-то там бах. А зачем так рано? Ну, раньше ложишься, бывает раньше что-то подойдешь. Да я тебе говорю, в основном лень встать с утра поехать, а искупаться там многие смогут. Даже хотя бы просто окунуться, да? Зашел, ну, чуть-чуть и обратно. Да, сейчас, если, конечно, если... Да я вообще удивляюсь, как ты без... Просто пришел, да? Просто пришел и туда. Ну, а в Лаганах вот тут приехали, вырезали. Вот так. Там, правда, потеплее. В проруби теплее, да? В проруби теплее. Земля все-таки, она держит. Вот, видите, а кто говорит, что там у вас морозы и это как его, холоднее, чем в море? Не, в море на самом деле прохладнее купаться. Я тоже... Там она стоит, ага. Она более постоянная, чем в море. Так, ладно, у вас еще раз праздников, доброе утро всем. Да. В следующий раз надо нас дождаться, чтобы было интереснее. Каждый день. Тут оставайся, да? Вон домик можно выбрать. Так, друзья, всем доброго, бодрого утра. Еще раз мужиков поздравляю с праздником. Улыбайтесь, приезжайте к нам на море, будем вам рады. Ну, хотя бы даже летом купайтесь. И самое интересное будет читать комментарии летом. Как можно купаться в вашем море? У вас вода холодная. Пока.